Ну, а у Толстого тоже у него не по западу, он что-то по Новгороду, по Вече, по Ой, Колоколу и т.д. да. Что-то прет его, блин, он походу видит, что это как современная демократия. Но, говорит, до здравого русского вече вам, государи, далече, сообщал богатырь, уснувший в 11 веке и проснувшийся в 19-м. Там, Какой, не блин, читал? какое оно здравое, блин. Да, я прочитал потом, и я как раз и возмутился. Да. Чё вы это сейчас сдурел? Там тебе вот это вот, блин, там толпа богатеев, которые на кучке разбилась, блин, и у каждой группы поддержки, которые себя там, блин, которые друг дружку дубьем там лупят, и кто, блин, сука, выиграл, тот победил. Очень демократично. А вы в курсе, что эта демократия, она как бы на пехоту не распространялась вообще? Ну, да, опять же, про ложно понятый патриотизм, как патриотизм вообще. Ну, вообще патриотизм штука хорошая. Только нужно всегда понимать, к чему конкретно этот вообще патриотизм применяется. Приложить, да. Если ты, например, любишь родину, обязательно ли тебе любить родное начальство? И можешь ли ты, например, не взлюбить родное начальство, если явно видишь, что родине его деяния во вред идут? Имеешь ты право такое или нет? Или ты обязан любить, типа, вот как маму с папой? Какие-никакие, а мама с папой, блин, и вот люблю и все. И другой вопрос, а можно ли любить родину и игнорировать то, что, например, там у вас 15% нищих в стране, Да. или 20, или 85, как это было при Российской империи. Вот как-то, как это можно игнорировать? Вот ты какую родину любишь, вот спрашивается. Ты любишь Эрмитаж? Бомжей вот этих вот. Эрмитаж и березки ты любишь? Или, не знаю, Успенский собор и опять березки? Ну, кстати, классно у Пушкина, да? Он расписал прямо и березки, да, березки люблю, блин, и поля люблю очень, и славу предков прям, о, как люблю, классная штука. А вот что тут люди на цепях, блин, сидят, Что-то не да, очень в рабстве, нравится. вот это я пипец как не люблю. И вот это мне портит вообще всю любовь, блин, да, грустные нотки какие-то, блин, да. Ну, что О. настоящий, вот настоящий тебе патриот, кстати говоря. Потому что если ты в натуре своего братишку любишь, то ты не будешь там, блин, пропускать там мимо глаз, что он, например, героином начал колоться. Блин. Ты ему непременно скажешь, блин, что вот эту привычку твою я не люблю, братан. Как раз именно потому, что я тебя очень люблю и как бы не хочу, чтобы ты превратился во что-то нехорошее. Блин.